Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Так, откроем с тобой сундук, посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, монеты, музи, буря, куранок и отмар отшельник. Короче, ерунда. Ставим следующий на активацию. Ну и продолжаем. Друзья, не знаю, сегодня попробуем пройти до 210-й миссии. Хотелось бы верить, что у нас это получится. Но сначала давай определимся, кто у нас тут по противникам. Смотри. Дедуля, у него есть молния. Слушай-ка, у него, смотри, танк 5 уровня, у него кузнец. Плюс колода на быстрых рассчитана, в принципе, да. Плюс отравляющий робот. И бесявая молния. То есть этой молнией он, скорее всего, будет мне контрить моего поли и, соответственно, детка. Но у нас тоже есть яд, поэтому мы тоже можем ему здесь предоставить, так сказать, неудобства. Вот этот меня, конечно, немножко напрягает. Он 5 уровня у меня есть, но он 4. И яд нежелательно бросать, потому что если он разгонится, это будет плохо. Кузю, да, вызвал? Кузю. Давай-ка, наверное, мы с тобой вот так сделаем. Ну, бомби его. Отлично. А теперь мы будем, ребят. Ах, молния. Ха-ха. Ох, сейчас этот мой малышок. Блин, неудачно. Так, ну, нужен Полли. Давай, стрелок, выходи. Старика этого валим. Да чтоб тебе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как плохо-то все. Правильно, за нас. Сказал, за нас будешь. Так, он опять вызывает кузнеца. 100% у него тут готовится молния. А давай, наверное, сделаем так. Ага. Минус. Сделаем яд, чтобы никого сюда не призвал. Так, кузнеца. Сейчас мы с тобой либо уничтожим его. Угу. Пока все идет хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я вызвал поле, и в этот момент, друзья мои, да, он применил молнию. Это, кстати, плохо. Это чертовски плохо. Ну давай, кузнец, ну ты будешь за нас сегодня или нет? Нифига он не будет. Так, у него этот робот теперь. Что я могу тебе приложить? По идее, отравление. Я что-то не совсем уверен, что мы успеем им воспользоваться. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Ну вот, начинается, смотри. Ну, не вздумай, блин. Отлично, 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 отлично. Пока все нормуль. Давай вызовем танка. Давай еще вызовем детка. Слишком долгий, конечно, у нас тут поединок получается. Да куда ты, блин? Воу. Ты прикинь, вот так вот тупо сфейлится, ребята. Ты прикинь, что он творит. Ты посмотри. Он меня промял. Вот это трэш был. Вот это был трэш. Как он так умудрился, я не знаю. Давай-ка попробуем переиграть. Я, знаешь, что думаю? Может быть, нам тоже с тобой взять молнию вместо... вместо Полли. Или же все-таки нам взять вот этого дракона. Да, наверное, дракон будет получше. Потому что Полли, он очень быстро погибает, тем более от разряда. И они будут здесь стоять все вместе, да? Этот старик плюс Полли. Поэтому это как бы мне невыгодно. А курица, она довольно неплохо бомбит. Так, сейчас вот сюда мы яд с тобой выложим. Да-да, курица вот так вот будет потихоньку бомбить. То, что он ее взорвал, это фигня все. Блин. А почему у него... Мне вот этот расклад совсем не нравится. Давай попробуем переманить, может быть, как-то.
Амурчик. Ага. Так, теперь бы кузнеца, наверное, как-то забрать. Или кого тут? Блин, яд. Сейчас мы с тобой сюда запустим яд. Вот таким вот образом. И все у нас будет замечательно. Давай еще курицу вызовем. По-моему, здесь ему крышечка. Да. Фух. Все-таки курица это довольно неплохо. Так, мы с тобой получаем 9 монет всего лишь. Опыт и кристалл. Следующий поединок. Это у нас 202. У него, смотри-ка. Блин, вот этот бесяву, по-моему, дракон. Оу. И воскрешальщик, и у него садовый дед, прикинь. У него нет заклинаний. Все, я понял. Мы с тобой меняем. Мы меняем с тобой. Сейчас, секунду, подожди. Нам, наверное, здесь вот надо убрать танка. И поставить сюда, наверное, стрелка. Или же вместо курицы. Вот, вместо этого. Точно, давайте поменяем. Поставим вместо нашего гнома, психа. Поставим именно стрелка. Вот так. И плюс яд. Я думаю, что это будет самое то. Но вот этот вот, конечно, бесит. Гринч, я его так назову, потому что он действительно резает. И плюс у него драконы. Так что будем сейчас пытаться. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! В плане, ты подожди, ты... Угу, и давай за нас. Мне не нравится. Вот это мне совсем не нравится, что сейчас происходит. Давай, дедуля, давай, вжаривай. Да ну что ты... Как ты не вовремя, а? Блин, у меня есть вроде бы все. А, тихо, подожди, сейчас мы кое-что сделаем. Яд уже на подходе. Применяем его вот сюда. Оу. Ты гляди, что он сделал. Он всех оживил, кто у него погиб до этого. Понятно. Выходим. Да, здесь, друзья, вот этот вот стрелок вообще не актуален. Может быть, вот так вот будет лучше. И если мы с тобой сделаем... Если мы с тобой сделаем... Так, подожди. Кого же тут? Молнию. Молнию бы взять вместо курицы. Как бы вариант? Вариант. Давай сделаем и прокачаем ее. Как-то так. Ну что, попробуем вот этим составом тогда. Молнию, ну... Блин, вот этого надо как-то контрить. Вся надежда на нашу магичку. Хотя... На нее тоже надеяться тут слишком сильно не приходится. Давай посмотрим, что у нас из этого вообще выйдет. Да ну, хорош. Вот объясни мне, и в чем прикол? Кто его хиляет, я не могу понять. Достали уже, действительно, в корень причем. Нет, не то. Не получается. Кто ему восстанавливал здоровье, объясни мне на милость. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, тоже поставим сюда. Пускай он у нас, конечно, и маленького уровня. Да где ты? Вот. Пускай он и маленького уровня, но все-таки. Вернуться к битве. Как говорится, клин клином вышибай. Но он все равно меня сильнее.
Получается, пока сильнее, ребят. Да блин, да что ты будешь делать, а? Кто его хиляет? Я вот этого не могу понять. Скажи на милость. А-а-а, ё-моё, все, я понял. Я думал, что это Гринч, а его хиляет вот эта вот дура, которая там летает и бомбит. Вот кто. Вот она. Все, понял. А я вначале не то делал. Так, давай стрик этот. Как только она появляется, сразу же будем ее... Хотя тут можно и вот так провануть. Ага, да выделывалось. Так, теперь попробуем с тобой вызвать... Да ты что? О. А вот сейчас-то кто его захиливает? Объясните мне. Вот этого нужно, ребята, уничтожать. Потому что если он сейчас начнет резать здесь. Угу. Заклинаний у него, по-моему, нету, да? Яд. Срочно яд нужен. Вот так вот будет великолепно. Слушай, две магички. О, так у него все, шансов не будет здесь, ребят, вообще. Клин клином, как я тебе говорил, и все у нас получилось. Прикольно. Ну, награда здесь, конечно же, будет маленькая. Но главное не это. Главное, что прошли. 203-й поединок у нас. Угу. Здесь второго уровня, ё-моё. Ее я знаю, что так просто не взять. Нахрапом. У него есть яд, плюс вот этот вот дракон. Механически тяжелый, конечно, на разборку. Но давай все равно посмотрим, что у нас из этого получится. Вот эту надо как-то в первую очередь бомбашить. Только вот чем? Вопрос очень интересный. Так, смотрим. Опа. Так, только не надо переманивать, пожалуйста. Старик, вали нафиг, ты дозапарил уже. Да ну. Давай, давай, давай. Мне нужен, знаешь, кто? Вот этот вот мужичок. Мужичок тоже мне назвал. Гринч, короче, этот. А вот и робот, про который я тебе говорил. Вот он идет. Трэш. Переманиваем, давай. Быстрее, 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 быстрее. Так, у него тоже этот старик. Переманивальщик появился, ребята, вышел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как тут все, блин, запущено-то получается. Нифига, не выходит. Я уже сразу предвижу. А как тогда быть? Молния, молния здесь, по ходу дела, вообще не актуальна. Надо будет эту карту заменить. И вопрос такой, на кого? На Полли? Слушай, ну как вариант? У него же заклинаний нету или есть? Есть, по-моему, да? У него яд. У него яд. Поехали. Блин, просто вот с этим нужно будет как-то быстро справляться. У него 5 уровня цветочный дед. Что тоже меня не особо радует. Может, ты успокоишься там, а? Старый хрыч. Угу, угу, все отлично пока. Не забывай, что у него яд. Да ёпрасоте, блин, ты... Это, конечно, было издевательство. Это было... По-моему, перебор. Своим ядом меня уничтожил. Что же тогда придумать-то? Причем, когда я только вызвал Полли, он сразу же применил яд. Этот почему-то не успевает у нас здесь, если честно, даже разгуляться, по большому счету.
Давай мы с тобой вот так вот сделаем яд. Ждем. Ну будете где-то от этого валить. Молодцы, красавчики. Так, сейчас я ничего не буду применять пока. И опять яд бросает. Как только я вызываю стрелка, он сразу начинает использовать яд. Тогда мы сделаем с тобой по-другому. Вместо стрелка я возьму нашего грома. Мы его давно, кстати, не брали. И вот сейчас я его хочу взять. Почему грома я его называю? Это же у нас Раф. Гром это совсем в другой игре. Или даже можно взять Бумзи. Поехали. Так. У нас шансы на равных с ним. Показывали, по крайней мере, по статистике. Давай-ка сделаем так. Сюда отравление. Ну что опять-то? Допустим. Теперь вызываем этого. Ну и что? Ты будешь сегодня резать что-нибудь? Кого-нибудь? Еще творит? И отдуплилась. И тут меня уничтожили. Что-то не катит как-то. Что-то как-то не катит, я тебе скажу. Хорошо, давай тогда мы с тобой сделаем немножко по-другому. Раз. Раз он так делает. У него еще этот быстрый, который бежит, да? Это у нас кто? Вот он. Но он у меня не прокачанный, конечно. Но я могу его немножечко подкачать. Чуть-чуть буквально. Так, 15 уровень. Взять его вместо... Вместо кого его возьмешь-то? Да не, нету таких... Вместо кого-то его взять, если... Пиратку я брать не хочу. Ярость, в принципе, можно как вариант. Рискнем, короче, так. Поехали. Тут, видишь, вот этот вот и вот это вот. Две леги, они, блин, тут бесявые. Вот серьезно говорю, и то, что у него яд есть, это тоже не есть гуд. Поэтому сразу же. Так, смотри, смотри. Поддержал, подождал, главное, да? Спасибо. Так, мы ее должны, в принципе, подбить сейчас. Есть, готова хламонка. Так, старички. Эй-эй-эй-эй, нормуль. Не отдуплился. Так, этот старик, я надеюсь, у нас... Ну, этот начинает, короче, глючить. Так, мы еще вызовем одного. И деда. Есть, робота мы подбили. Яд, срочно яд. Угу, угу, угу. Вот это вот я и хотел сделать. Так, мы с тобой оживили большую, как говорится, половину наших бойцов. А он опять сюда, да? Позвал этого несчастного роботеку. Давай, наверное, сделаем так. Если мы этого робота сейчас переманим к себе, будет круто. А мы его переманили. Блин, он, правда, не успел ничего сделать. Давай, 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 наяривай. Яд у меня готовится, поэтому сейчас будем его применять. Да дуплитесь вы там все уже, в конце концов. Ну,
Оживаем. Все, ему крышка. Вот так вот, друзья мои, приходится попотеть. Не все легко. Надо, как говорится, и смекалочку проявлять. И забираем с тобой паучья попка. Так, наверное, надо приумножить. Ну вот, мы и добрались до 204-й миссии. Так, здесь, в принципе, вообще ничего страшного нету. Да, конечно, уровень 22-й. Но вот этот вот 9-го. Как думаешь, справимся? Тут бабка эта, плюс Эз, или как его там звать. Ладно, давай начнем, наверное, так с тобой. Так, подобьем, подбили. Так, бабку эту забираем к себе или как? Такое ощущение, что она не подвергается вообще, как тебе сказать, этому переманиванию к себе. А нет, переманивается. Тишь, бабка убежала, короче, ушуршала. Так, рыболетчик тут. Давай-ка мы с тобой. У него заклинаний, по-моему, нету, да? Опа, забрали его к себе. Вызываем магичку. По-моему, тут все уже предсказуемо. Тебе так не кажется? Слушай, я вначале вот этого чувачка недооценивал. Вот этого вот Гринча, так скажем. А на самом деле он даже крут. Он может резать сразу двоих твоих павших персонажей. Причем независимо, где он находится. В начале или в конце. Отлично. Так, 8 монет, 20 опыта и Розалинда. 205-я миссия. Тут, кстати, сундук будет. Ага. Команда скоростных. Плюс вот это вот, если не ошибаюсь, это на бочке, да? Гном, который давит всех моих стрелков, которых у меня не так уж и много. У меня только дед. Ну что ж, попробуем. Если нам удастся его приманить, он раздавит тогда всех своих. Но это маловероятно. Тем более 22 уровень. Пробуем. Вот он, вот он, вот он, вот он. Катится, 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 катится. Давай-ка попробуем. Может быть, получится у нас с тобой оживить. Конечно, маловероятно, но все-таки. Что-то пошло не так, по-моему. Да чтоб тебе, блин. Я просто не успеваю. Хм. Все, приплыли, кажись. И я остался без защиты. И они, конечно же, моего героя забомбят. Мне кажется, здесь нужна немножко другая команда. Даже, скорее всего, вот это. Хотя не факт. Но попробовать можно. Тут у нас есть Лечка. Есть Дед. Есть Крот, который бомбит издалека, кстати. Сейчас проверим. Ну чё же он не вызывает? Вон, вызвал свою бочку, наконец-то. Чё, абсолютно всех, что ли, бомбит? Вот ты, значит, как, да? Ну? Ай-яй-яй-яй-яй. Да куда ж ты бомбишь ты не туда, блин. Видишь же, что впереди бегут. Нет, начало куда-то вдаль стрелять. Этот, конечно, чувак на бочке бесит меня. Бесит, потому что он давит всех. Все. Теперь можно спокойненько ставить, да? Давай, давай, всех соединяем. Вот так вот. Сейчас он призовет опять этого чувачка на бочке. Мне так кажется. Хотя это не точно. Вон, 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 позвал. Всех, прикинь, всех просто раздавил. 22 уровня, вот так вот он делает. Давай, Крот, бомби. Опять все по новой, так скажем. Яд. Сюда его поставим.
Если он сейчас опять призовет этого на бочке, блин, это будет трэш, конечно. А если я вот так вот сделаю? А можно его как-то успеть? Вот так вот. Я не знаю, правда, кого я там подловил. И подловил ли я вообще кого-то, но... Смотри, смотри, что получается. Вот сейчас получилось как надо. Награды здесь фиговенькие. Так, Янси и ничтожный Джоу. Так, ну что, мы переходим на следующий 206 раунд. И здесь, ну что я могу сказать, ничего такого сложного нету. Наверное, вот эту вот команду возьму. Будем, так сказать, разнообразие делать, да? Тут у нас к тому же есть ярость. Ярость против кого? Вот Янси, конечно, 22 уровня не очень мне нравится. Но я думаю, что, наверное, мы сейчас... Вот так вот, если мы сделаем. Плюс отравление. А что она делает? Все, я понял. Давай, давай, заплевывай, курятница. А чё я нас сгорел? Чё ну? А чё случилось-то? Я что-то не понял, если честно, что произошло. Старичок, ёк-макарёк. А я его и не увидел. У него же дед. Вон он. Чё это я так про него забыл-то? Так, нам срочно нужен яд, которого фиг знает, когда ты получишь. Ну давай, господи, ну. Вот и все, старичков как не бывало, да, получается? Но он опять же сейчас вызовет их. Поэтому нам нужно поспешить. Сейчас будет опять переманивать. Курятница. А вот теперь уже ничего не страшно. Что сейчас произошло? Что сейчас вот было? Я не врубился. Почему мои все здесь взорвались? Давай, 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 давай. Заплевывай там всех их. Офигеть, как он разошелся. Пора яд, наверное, сюда активировать. Раф, ты будешь сегодня бомбашить или что? Все. Победили, наконец-то. 7 монет, опыт, понятное дело, и кристалл опять. Переходим на следующий поединок. Здесь у нас... Слушай, ну 23-й, 25-й. Первый уровень, в принципе, здесь ничего. А, вон кто у него. Робот, который бомбит издалека. Поэтому нам, наверное, скорее всего, вот это вот понадобится. Команда. И с роботом нужно будет разбираться. Хотя он 9 уровня. Может быть, через отравление его, конечно, бомбашит. Сейчас посмотрим, с чего он начнет. Он начинает с бабки. Он начинает с бабки. Так, нам, наверное, сюда надо. Что-то я не пойму. Будет что-нибудь сегодня? Нати. Твою дивизию. А вот то, что я тебе говорил, вышел. Да блин, куда ты? Янси. Давай, 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 родной. Так, ты рисанул, красавчик. Просто красавчик. Давай еще одного, наверное, Гринча вызовем с тобой. И дедулю. Слушай, ну пока все хорошо. Стабилизировались. Угу. Еще там рисанули. Теперь яд сюда поставим, чтобы нам никто не мешал. И все.
Обалденно. 9 монет, опыт и наивный Буба. 208-я миссия. Здесь, блин, у него тоже есть старик. Плюс ярость. Оу, щит. И вот этот опять охламон здесь. Ярость мне не нравится. Он, я знаю, что он хочет здесь сделать. Какую там супер команду. Нам надо как-то, я не знаю, на опережение, чтобы его брать. Здесь, естественно, вот так вот отравлять. Главное деда забрать. Опа, блин. На кого он там ярость свою? Я не знаю, для кого он ярость там выпустил, но ты сам прекрасно видишь, что тут происходит. По-моему, мы его прижучили. Да-да, капитально. Аро, пока. Я, если честно, думал, будет намного сложнее, но тут нам повезло. Так, денежку приумножать будем. И так, заброшенная музея. 209-я миссия. Погоди секунду. Погоди, у нас тут какая-то награда. Используйте любое... Понятно, волшебство, короче. Забираем награду. О, смотри, прикинь, 500 карточек вот этой вот. Это же офигеть можно. И всего лишь за 349 рублей. Дешево и сердито. Так, ну а у нас с тобой 209-я миссия. Кстати, скоро уже будет 11-й ранг у нас. Слушайте, мне кажется, что это уже борзота пошла какая-то. У него есть пламя, да? И у него, блин, сколько этих легенд. Причем это второго уровня. Это же превращает в куриц, насколько я помню. Вот эта вот барышня. Поэтому давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Ах ты жучара. Понял, это бесполезно. Здесь надо брать, наверное, скорее всего, вот этот отряд. Хотя я сомневаюсь очень сильно. Давай проверим, в бой. Он молнию, если он свою, не молнию, точнее, если он пламя свое тратит, то, в принципе, все будет хорошо. Но это нужно дождаться, чтобы он его потратил. Окей. Кто его там захиливает так сильно, а? Да куда ж ты в кустарник-то бьешь? Господи, дуралей ты. Непутевый. Стоит впереди у него враг, да? Он вместо того, чтобы по нему бомбить, он бьет в кустарник. Он бьет в кустарник. Не знаю, но попытаться можно. Курица, Раф. Она же превращает в курицу, по-моему, да, блин. Совсем не то. Надо пламя брать. Пламя брать вместо, наверное, Янси. Нет, вместо Рафа. Вот так вот. Вдвоем, я думаю, что мы, в принципе, если мы ушатаем вот эту вот курятницу, то это хорошо, потому что она уже больно слишком сильно захиливается. Я не знаю, кто вот это такой. Видели, наверное, но просто не помню. Давай попробуем. Да ёпырсы-то, блин, ты... Мне не хватает сил ее даже уничтожить. Ни пламенем, ни молнией, ничем. Она идет и хиляется. Не знаю. Опять же сейчас превратит. Да ё-моё, я не успел вообще ничего сделать. Ярость поставил, он уже меня там пламенем бомбашит вовсю. Короче, давай немножко по-другому сделаем.
Вообще переделаем полностью наш отряд. Дедок этот в любом случае здесь пригодится. Здесь уберем, наверное, с тобой молнию. Так, подожди, не тот отряд. Вот здесь вот. Так, этот пускай остается у нас. Возьмем. Так, может быть, сделать. И взять. Блин, у него пламя есть. У него есть пламя, да? Бумзи нам тоже не поможет там, я так понимаю. Это слишком дорогая, да? Чтобы ее... Хотя она в дальнейшем нам, скорее всего, помогла бы. Ладно, давай попробуем. Если дед, вот этот вот наш, успеет переманить вражеских юнитов, то уже половина дела, считай, будет сделана. Вот. Ты сейчас видел, да, что он сделал? То, что я и хотел. Он потратил свое пламя. А мы сейчас начнем его просто уничтожать. Вот. О-о-о, смотрите, какой шарик идет. Кто это такой? Твоя ярость тут не поможет. Все, ты упустил момент. И это говорит только об одном, что мы сейчас с тобой здесь просто его разнесем. Да-да-да, скорее всего, так и будет. Ну вот и все. Доигрался, так сказать, да? Томми. Яд. И готов. Я говорю, надо всегда, ребята, что-то другое делать. Никак не пройдешь ты одной командой абсолютно все. Нужно менять. Я уже убедился, неоднократно причем. Так, ну что, последняя, заключительная миссия у нас 210-я, как я и обещал. Ну, здесь ничего страшного нету. Вообще. Поехали. Ну, единственное, что, конечно, вот этот дед, если он начнет переманивать моих быстрее, чем... Давай так сделаем. А чё же он не стал вызывать-то, блин, а? Скажи-ка мне на милость. Блин, это бегут такие вместе довольные. Надо нам, наверное, позвать. А вон и дедуля вышел. Давай, 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 перехватываем. Перехватываем. Резаем. Все очень даже хорошо. Кто там травил нас, я не могу понять. А у него что, заклинашек нет? О, дед, прощай тогда. Просто расколбас. Давай, за нас. Пум-бумс. Еще позовем. Серьезно? Куда же еще серьезнее-то? Конечно. А вот и хороший сундук, надеюсь. Так, монеты, опыт и... Трындец. Друид Алкоголикс. Ну что же, а мы перешли с тобой на следующую локацию. Но проходить мы ее будем уже с тобой в следующей серии. К тому же, как видишь, уже коэффициент победы все-таки в мою сторону склоняется. Но это пока. И нам еще буквально 100 очков. Ну, 102 очка, ребята, и мы с вами перейдем на следующий ранг. Ну что же, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!